Всем привет, это онлайн-школа Академика. Меня зовут Илья. Сегодня в небольшом видеоуроке мы рассмотрим, как рисовать глаз с натуры. Начну я с небольшой вспомогательной схемы. Теперь перехожу к основному рисунку. Пользуюсь я обычным карандашом, начинаю с B и потом в процессе работы введу еще два. Это будет H и 2B. На вспомогательной схеме я отметил основные повороты формы и, соответственно, распределение света по ним. В принципе, это то, что будет лежать в основе основного рисунка, который, собственно, будет отличаться лишь подробностью и степенью проработки, и также по возможности материальностью. Thank you.
основные пропорции найдены. Теперь начинаю потихонечку вводить тон. Собственно, на этом этапе двигаюсь аналогично схеме. Одновременно набираю тон и чуть-чуть усиливаю внимание свое к деталям и к пропорциям. Thank you.
В данном случае карандаша B уже оказывается недостаточно, поэтому берем чуть-чуть помягче.
Thank you.
Процесс поиска пропорциональных и тональных отношений постепенно уступает место работе над деталями, однако и пропорциональные и тональные отношения, в общем-то, будут уточняться до последнего штриха. Сейчас, когда уже, в общем-то, на рисунок привнесено достаточное количество графита, можно прибегнуть к таким инструментам, как стирательная резинка и растушевка местами, где это кажется уместным. Thank you.
Thank you.
Завершающим этапом можно считать сверку нашего рисунка со схемой. Можно убедиться в том, что мы действительно соблюли соотношение освещенных и теневых плоскостей. Процесс проработки деталей, поиска материальности, совершенствования тональных отношений, как и пропорциональных, можно продолжать и вести практически до бесконечности. Однако сейчас мы уже получили некий результат, в общем-то, можно на нем и остановиться. И ключевым в этом результате является, опять же, найденность больших тональных соотношений, которые опираются на некую конструктивную модель, которая была предложена в схеме, сделанной с самого начала. Thank you.